Эмоций после этой поездки очень-очень много. Это была, еще раз повторюсь, самая тяжелая поездка. Позади 6 тысяч километров и 8 суток в дороге. Впечатлений от этой поездки немало. Рядом с населенным пунктом Сватово волонтеры попали под обстрел. Противник пробил колеса «Газели», порвал тент, повредил тормозной шланг. История могла бы повториться, если бы не наши военные. Они встретили команду армейского братства под Донецком на так называемой «Дороге жизни» протяженностью 17 километров. Едем в лес, в две лесопосадки с двух сторон. Едем, никого не трогаем, остановились, там гильзы лежат. Вышли еще, начали гильзы эти осматривать, потому что трогаем, они еще горячие даже. И тут солдаты выбегают к нам навстречу и говорят: ребят, вы что здесь, боевая зона, здесь как бы вообще попали. А, видимо, навигаторы провели таким образом, что без КПП, без ничего мы проехали в этих местах. Волонтеры доставляли груз во все полки с мобилизованными, а также привезли все необходимое в Донецкий реабилитационный центр и детский дом. Люди везде очень отзывчивые, рассказывает Шамиль. Особенно мужчина выделяет ярославских волонтеров, добровольцев батальона «Ахмат», военнослужащих, которые помогали спрятаться от обстрелов, показывали свой быт и вкусно кормили. Большую поддержку оказали и местные жители. Хочется огромно сказать спасибо Сергею. Это хозяин шиномонтажа с города Перевальск, ЛНР, который приехал к нам за несколько километров, привез нам два колеса, поставил «Газель» на ход, доставили ее до его автосервиса. Пока машина ремонтируется, он нас возил в столовую, покормил. Очень хорошо нам помог. Мы оплатили только стоимость запчастей, больше ничего не оплачивали. За работу он как бы нам сделал в подарок, так как везем гуманитарную помощь. Сейчас «Газель» волонтеров находится на ремонте в набережных Челнах. Пока же команда армейского братства продолжает собирать гуманитарную помощь на Ахтубинской 6А и уже готовится к новой поездке. Анжелика Степанова, Максим Липин, новости НТР.